Всем привет! Давайте сейчас рассмотрим, как делать буквы в ZBrush. Не хотел я изучать Photoshop, пришлось. Давайте теперь откроем Photoshop, сделаем нашу заготовку, а потом будем работать с ней в ZBrush. Открываем Photoshop, создаем новый документ, ставим 500 на 500 пикселей ширина, высота, и жмем ОК. Вот открылся наш документ. Вот так он выглядит. Давайте теперь создадим букву на нем. Нажмем на текст, нажмем на наше поле и введем букву. Давайте А. Вот такая буква у нас получилась. Давайте ей прибавим размер. Поставим 200. Откроем наш документ. Зажмем, снимем выделение. Нажмем сейчас вот эту вот рабочую стрелку. И нажмем Ctrl и передвинем по центру. Буква маловатая может будет. Давайте прибавим еще и размер. Поставим 250. Вот так уже будет получше. Все, теперь это дело мы сохраняем. Сохранить как? Сохраняем как PSD документ на рабочий стол. Буква А. Жмем сохранить. И теперь давайте с этой буквой поработаем в ZBrush. Выбираем план 3D. Так, где он тут? Вот этот. Ставим его, добавляем дивайдов, Ctrl-D, 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 смотрим нашу сетку, сетка нормальная, теперь давайте проделаем, теперь делаем Make Polymesh, создаем наш Subtool. И теперь давайте вставим нашу букву, нажмем текстуры Map, добавим уже нашу заготовку. Вот наша буква А. Вставим ее на рабочее поле и теперь сделаем пару манипуляций. Нажмем на маскинг, нажмем mask bicolor и нажмем интенсив. Все это мы дело сделали. Теперь заходим в Subtool и работаем с кнопкой отключим дублирование. Добавим вот на этом полоске до пятерочки и жмем экстракт. Вот такая буква у нас получилась. Теперь давайте нажмем Accept. И вот эту фишечку удалим теперь нафиг. Вот так вот. Delete. Окей. Вот такая буква у нас получилась. Теперь давайте зайдем в деформацию. И вот этой полишем немножко ее выровняем. Давайте снимем теперь выделение. Вот такая буква у нас получилась. Но теперь давайте посмотрим на ее разные полигоны. Вот они идут. Синие. Так. Теперь нам нужно с этим делом сделать вот что.
Заходим в геометрии. Так. И жмем. Давайте нажмем Dynamesh. Вот наша сетка стала единая. И теперь давайте еще немножко зайдем в деформацию. И еще сделаем раз Polish. Вот такая буква у нас получилась. Все, всем пока. Дальше будем с ней разбираться отдельно, как что сделать, для чего это надо.